Про индейку расскажи. Там этом какого, вот даже на прикинь, самолет находили немецкий. Нихуя. Прикинь, в 86-м, да? Локативный или здоровый? Великая Отечественная война, реактивных у них. Не, как кукурузник, Люфтваффе. Слушай, Серега, у меня рука не это. Но... устает, блядь. Ты будешь про индейку рассказывать? Все. Ну, только индейку что-то там интересно было. Просто... А, убери звук, пожалуйста, а то у меня это вообще. У меня тогда авторские права вот это потребуют, нахуй. Вообще можешь убрать? Если ну, убрал уже. Там, если будет слышно, на меня подойдет. Нет, ладно, не слышно. Нашел три ящика тушенки. Понимаешь? Ну. Свинина, говядина и все, нак. И там, нак, я ее нашел случайно, нак, и наткнулся на них. Достал, и это они... Скажи народу, о чем речь-то? Народ не поймет. Нашел тушенку, где я нашел? Может, на помойке ее нашел, или где-то еще, блядь. Это уж никого не волнует, понимаешь? Ну, и что там, индейка ты говорил, или что там было? Свинина была, говядина, индейка, гусятина, курятина, и все. Баранина даже была, да, я вот баранину пропустил. Это Гиш в детском доме когда был, да? В интернате? Да. А что еще интересного происходило? Люди же будут твои анекдоты смотреть, им что-то о твоей жизни интересно услышать. Ну, им это надо. Ну не знаю, спросишь потом в комментариях, напишешь, надо им это или нет. Мне интересно послушать, например. Мне все, да хуя чего находили, в качестве войны. А вы молодые были тогда, сколько вам лет-то было? 86-й год, 87-й, 89-й. Сколько тебе было? 25. 25 лет? 2025, 14, 13, было 15. Я школу закончил, 15 лет. Ты круче. Ты чего ты не даешь своим экраном нахуй? Что ты сможешь смотреть? Приятного, кстати. Там духуя, там же боевые действия были. Угу. Мину находил и взорвал я. Нихуя себе, блин. Потом что, я гранат кидал в дома заброшенные. Охуеть. Ну и что? Тут взорвались, заебись. Что, тебя не посадили за этот, за... А что, а кто, как мне вот посадить? Мне было 13, 14, 15 там лет. Там несовершеннолетний был, я. Да. Еще паспорт не получал. В детской комнате был. Один раз все. Вот и все. Такая хуйня была. Хулиган был, значит, здесь. Да? Нет. Хулиган. Нормальное было взаимодействие с детством. Война, оборона, да? Я вот хотел, находил немецкие каски. Эх, нихуя, сварочные? О, немецкие каски. Это маска, на которой каска, на. Ебать, я путал. Вот я сейчас туда бы съездил, просто туда ехать неохота. Я мог бы эти немецкие каски взять, знаешь, что, здесь продать. А, ну сейчас как она, как антиквариант идет. И куда ты их дел, эти каски? Домой? Спрятал в одно место. Короче. Сейчас они сохранились, думаю. Да, пропил, да? Я хуй ее знает. Сохранились они, не сохранились. Понятно. Так, что еще? Тебя, наверное. А, ну хорошо, да. Что ты еще находил от людей? Что еще находил? Да за хуя, что, я все ж не могу рассказать ты. Ну ты расскажи, что ты можешь. Снимает, ты маленько поэтому. Немецкий крест находил офицерский. Золотое, серебро. Железный крест. А, просто. Золото, просто. Серебро. Вот этот железный крест, он даже дороже, чем это золото. Понял. Я мог свободно, если бы я его сохранил, я мог бы здесь, в Москве, 3-4 квартиры купить, взять за этот крест. Их нихуя себе. И было бы 5-6-7 тачек у меня стояло бы. Сейчас по вахтами ходил бы, да? Угу. Охуенно кайфово. Все, давайте, не спят. Не будем, давай, все, выключай. А что ты пожелаешь девушкам на прощание? Скажи, что ты девушкам пожелаешь. Тебя вон девушки смотрят, скорее всего, большая часть. Скажи, девчонка, я вас люблю. Я как вас еще люблю, так и девушки, я столько вас люблю, столько вас ненавижу. А за что ты ненавидишь женский пол? Сейчас вопросы пойдут к тебе в комментариях.
Да хоть поясни, ты за что ненавидишь, да. А что ты их ненавидишь? Ну, Серега. Это отдельная история. Ну. Да его просто бабе обманули, наверное, за это он ненавидит. Тебя кто-то обманул, обидел. Да, наверное, скорее всего. Он, походу, жадничал, святыни дарил, вот они его, блядь. Жадничал я. Потому что они беспардонные существа. Да, он правильно так-то говорит. Блядь, смотри, по вахтам бегает, все бы на них делаешь, нахуй. Да. Видите, девушки, блядь. наш герой этого данного видеоролика, Сергей, который травит анекдоты очень крутые, кстати, у меня на канале, вы тоже можете посмотреть. Также вот ему канал мы тоже открыли, вы можете подписаться, как только он начнет работать, выкладывать туда видосики, я сразу же ссылочку укажу. И что можно нашему герою пожелать? Может, кому-то он из вас понравится, и вы захотите с ним пообщаться, познакомиться, может быть, даже встретиться и стать его второй половинкой. Пишите в комментариях, кому понравился этот молодой человек, 48 лет. Ну, в принципе, для мужчины самый рассвет сил, как для Карлсона, да? Конечно. Он улетел, но обещал вернуться. Вот так же и Сергей уезжает на днях с вахты, но он обещает, что он вернется, пусть не на вахту, но к вам в ролике на своем канале. Поэтому, милые, дорогие, наши любимые девушки, не судите строго этого свои поцелуи, лайки, бедолагу, да. И подпишитесь. Серега, ну давай еще скажи что-нибудь на прощание. На ваше здоровье, скажи. Там они стучат. Кто? Уборщица, которая? Соседка? Соседка, да. Она... Сейчас бежу, сбегутся, вся комната, и буду снять, проповедовать на МЭК. О религии. Женской религии, не мужской. Так, что поделаешь им на конце? Я? Да. Это тебе снимает, не меня же. Большой толстый. Привет. Ебать, я подумал, что я тоже сначала подумал, большой толстый пожелал. Ну ты извращуга. Большой толстый. Да, бля, привет. Ты извращенец, блин. Серега, ты знаешь. Мне это нравится. Тебе не нравится? Ага. Тебе надо Германию отправить тогда. Да. Они любят таких. Они там же Европа, ё-моё. Там шлюхи одни, блядь. Чего ты так взял? Потому что они муж ее уважает из-за того, что ее другие, эту же жену его, ебут другие, блядь. Это где-то такую информацию услышал. Ахуй. Извини, пожалуйста, от самих немцев которые в Германии всю жизнь прожили и там родились, про эту хуйню они сами рассказывали. Вот, да, что? Вот в чем вопрос, откуда я это узнал, нах? Они сами, не немцы, вот, если ее никто не ебет, значит меня ее не уважают. Ох, нихуя себе, даже так? Да, это же вообще позорище, ебаный. А у них это не позор, у них это как вот, это порядка вещей, между прочим, это приветствуется. Ох, в Германии. Я бы ебал таких, блядь. Сами немцы говорили, сами немцы чистокровно говорят про своих жен. Если их ебут другие мужики, он даже будет ставить, присутствовать при каждом мужике, немец, будет присутствовать, как ее будут ебать другие мужики. Охуеть, вот это, блядь. Вот это выгнал, да. Ну, нахуй. Это по интернету смотрели или что? Мне сами немцы говорили, вот как с тобой сейчас разговаривают, так они мне говорили. Ты там был, что ли, или что? Я не... В России здесь, в Москве они сюда приехали, я с ним просто чисто случайно встретился. Они вот какие красивые девушки русские. Ну и чего, на? И ничего, вы на них заглядываете, на русский знак. Ну, чё, у вас что, своих, что ли, нет? А у меня вот жена есть, так. Ее ебут, так, другие мужики. И я даже могу присутствовать при том, что ебли, так, как мою жену будут ебать. Серега, ну, может, он такой один из врачей? Их, знаешь, да хуя немцы это говорили, так. С каким немцем я, блядь, не встречался. Я у них спрашивал про это. Они, да, это приветствуется у нас.
Что, тогда пойдем покурим, да? Пойдем. Ну ладно, хорош мне это сам снимать. Все, давай, Серега. Помахай ручком на прощание всем. Пойдем, пойдем, покурим, ну да. Везу, блядь. Он как это американский журналист, который так фейки постоянно даем, да? Это моя профессия, блогера. Да. Друзья, я блогер. Это называется жестко. Хорош так, ё-моё, как это?